Всем привет, это Алексей Швед. 10 ответов на несерьезный вопрос. У меня семья баскетболистов. Я не думал даже. Ой, первый бросок сверху. Мне кажется, я в 15 лет забил. В 16 лет я помню то, что я уже из-под ноги забивал. Я особо не пробовал, потом как-то один раз попробовал, не забил. Потом спустя пару месяцев попробовал, забил. И как бы у меня не было такого, что я каждый день пытался забить сверху. Да, в принципе, любое я могу приготовить. Последний раз я что делал? Курицу карри с рисом, с овощами. Я, в принципе, не любил в школу ходить. Не знаю, любимый был физкультура. Нелюбимый... Даже не могу сказать реально. Наверное, геометрия. Это была Honda CR-V. Было мне 18 лет. Или 19. У меня были деньги, я выбирал, какую машину я смогу купить за эти деньги. Купил Honda, и мне, кстати, очень понравилось. Наверное, комедия какая-нибудь. А в принципе, готов практически любую. Нет, очень редко. Я вообще особо не пользуюсь интернетом, только Инстаграм. Может, читаю какие-то новости. Ой, я хотел бы телепорт, потому что долго летать не хочется. Взял, телепортировался обратно. Путешествие во времени, наверное, еще. Я восхищаюсь своими родителями. Да не, я думаю, немного. Максимум километров 10. Зачем дальше, если можно на такси доехать? We'll be right back.